Верховная жрица в опасности. У нас нет времени. Пожалеешь. Что ж, я позову лазутчиков для доклада. Диона говорила о докладе лазутчиков. Где они? Диона не вернется. Малака! Прекращай! Эй, что это значит? Я просто делала, что велено. Пощади меня! Почему они напали? Диона обвела тебя вокруг пальца. Капитан, которого ты убил, был человеком ее сестры. А ядом хотели отравить тебя, если ты начнешь мешаться. Я покажу этой зме... Почему Диона так поступает? Диона ненавидит сестру. И ради власти она примкнула к культу? Не думала, что она так... Я убью предательницу. Она убьет верховную жрицу. Алтарь? Славно. Ты доверяешь своему отражению? Я нет. Близнецы, не двигаться! Надо же, близнецы! Она всегда завидовала мне Мистий. Быть на вторых ролях она больше не могла. Убей ее! На вторых ролях? Я любила тебя, Диона! Я не пыталась быть лучше тебя! Мистий, ты должен убить ее, пока культ не захватил Китеру. Мне горько, но так нужно. Да тебе все равно, чудовище. Всегда было все равно. Может, уладите это сами? Хочешь больше крови на своих руках? Уходи! Диона точно убьет меня. Змея! Она знает, что сгину я. Уйдешь, и падение Китеры будет на твоей совести. Может убить вас обеих? А это мысль! Обеих?
Думаешь, культу важно, кто из нас выживет? Она права. О, Мойры, умри мы обе. Культ просто пришлет свою верховную жрицу. Ты знаешь, что сделает культ, не так ли, змея? Верховная жрица должна знать, что написала ей служанка. Не верь Мойрам! Откуда ты знаешь? Перед лицом смерти она отреклась от Мойр. Бедняжка, это моя вина. Она следила за тобой, и ты убила ее, боясь разоблачения. Не верь ей! Я верховная жрица! Хватит! Убей Диону сейчас же! Сделай это, Мистий! Убей Диону! Молчать! Ты! Я тебя насквозь вижу, Диона. Все кончено. О, Мойры, я убью вас обоих! Сейчас будет больно! Я не успокоюсь, пока не убью всех вас! Она была одной из лидеров культа, жрица. Моя сестра. Ее суть была очевидна. Я любила ее, несмотря ни на что. Любовь ослепляла меня. О, да. Ты защитил Китеру, Мистий. Что ж, вернемся к культу космоса. Благо, я убил нужную жрицу. Верно. Мой долг, как верховной жрицы, взывать к сбившимся с пути и возвращать их в лоно Афродиты. И если ты бывал в Певке и видел ее жителей, ты знаешь, что вмешательство богов — их спасение. Я там не бывал. Повезло. Одна из жриц побывала там и была в ужасе. Она назвала имя Мелит. Кто он такой? Жители Певки боятся его до смерти. Он замешан в каких-то темных делах. Не знаю, в каких именно. Может, это поможет. Спасибо, жрица. А теперь прошу простить, надо прийти в себя. Хайре. Thank you.
Все по местам! Капитан на борту! Живей! На ране! Сейчас не время бить! Что-то есть. Можем поднять на борт. Thank you.
Ugh.
же велел быть осторожнее. Что случилось, твой... А? Кругом одни туп... Ты сам и нес этот... Что ты там сказал? Я говорю, вот же... Именно! Мне теперь нужен обсидиан. Этого хватит? Вот это запах! А-а-а, прикол! Спокойно, друг. Я позабочусь. Нет, души! Нет, 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 горю! Ты мне еще попадешься! Я убью каждого из вас!
Культ космоса обратит старый мир в пепел и построит новый. Вот это да! Отец Минотавр! Что здесь произошло? Меня подозревают в том, что я укрываю дезертира. Ладно, не подозреваю. Угу. Не встречался чел... Нет, никто похожий. Ему давно пора быть... Побоялся, что стражи будут искать... Какой глупец. Ты рискуешь жизнью, чтобы... Или он так много... Все... Жены? Все всегда ради женщин. Его забрали на войну. Она все рыдала. А моя работа помогла... Ну... И я решил помочь. Не часто Мы все хотим должны за... Да. Ты... Нам нужно Кассабель. К его жене, то есть. Если стражи нашли меня, найдут и ее. Я помогу. Иди по дороге в Кедонию. Ее дом будет... Хайре. Дневной свет. Хорошо.
Мне нужна помощь. У тебя неприятно? Мистий, в Кедонии начались беспорядки. Работа стражей – помогать людям. Налоги. Они... Их командир Диокл не солдат, а просто разбойник. Алчный командир страж. Ха. И наград... С радостью по... Ха. Славно. Могу ли я при этом пойти на крайние меры? Для Мистии в клинок лучший ответ на все вопросы. Если всему виной высокие налоги. Идет война. Ты разве не знаешь? А война... Ты говорил о командире. Народ его не любит. Я услышал. Делай все, что требуется, ну... Что такое? Правосудие! Это явно не правосудие! А тебе-то что? Это жена стражника, которая избивает и грабит нас! Она заслужила! Фу. Нас задушили налогами! Скоро у нас не будет ничего! Нужно дать отпор! Нужно бороться! Но насилие не ответ! Давайте поговорим! Что? Они избивают нас и портят наш товар! И за это они поплатятся. Но их семьи вам ничего не сделали. Зачем мучить ребенка? В чем он провинился? Ничего, получат по заслугам. Будут знать, как с нами связываться. Так, дело не пойдет. Тебе заплатили, да? Они тебя наняли. Будь по-твоему, Мистий. Мы не тронем женщину и ребенка. Но ты поплатишься. У нас есть свои грозные наемники. Торговец сунется, врежь и ему. Что происходит? Этот Малака должен нам заплатить, как и все. А не заплатит, перебьем все горшки на Агоре. Если нужно, я сам перебью все горшки, чтобы вы... Похож, ты знаешь свою... Ты не смеешь. Что это за... Все просто. А ну нас... А не то что? Мистий, прошу, образумь этих болван. Если нам не позволят вести торговлю, экономика Кедонии будет разрушена. Законы для слабых. Пусть люди живут свободно. Они вам ни драхмы не заплатят. Ты пожалеешь. Здесь ты умрешь. Как это возможно?
воды на то навести. Малака, что произошло? Похоже, Диокол отказывается мне платить. Должно быть. Хорошо, что он захватил с собой мои драгоценности. Не стоит вставать между Мистием и его наградой.
снаружи мертвые стражи. Молодец, Мисти! Меня опередили. Оставалось только отомстить за нее. Она верила мне. Я хотел сделать ее счастливой. Но сколько ни пытался, больше не стоило рассказывать ей, что я хочу вернуть ее мужа. Это ведь я виноват. Нет, не ты. Ты меньше всего хотел, чтобы все так закончилось. Когда она улыбалась, я знал, все хорошо. Ты сделал что? Но этого... Да. Возьми. Я хотел отдать это ей, когда... Теперь им это не нужно.
Anne Mundiotis o Anthrope! Красивый талисман. Подарю его своей любимой. Спаси! Спаси меня! Спаси меня, пока мне птицы не вы... Я могу помочь. Не похоже, что... Вы те люди ограбили меня и оставили здесь на верную смерть! В их логове полно и других сокровищ. Если освободишь меня, я покажу, где... Ты ведь про сокровища последователей Арре... О! Которые под водой? Ну да. Ну, это...
прошу тебя! Этим... Я твой вечный должник. Ты жив и свободен. Злодеи забрали мое единственное сокровище. Они хранят все под... Кто они такие? Последователи Ареса. Но жертвоприношение... И попался. Убей и... Ты про этот талисман? Да, да. А другие драгоценные? Но... Видимо, других наград не будет. Продолжай. Ну, я могу на тебя работать. Что скажешь? Хорошо. Работай на меня. Тогда до встречи. Не забудь сперва... Большое спасибо. Я этого не забуду. Спасибо!